Мы пришли второй раз к нашему месту назначения собирать наш березовый сок, который мы оставляли на недельку. Ну, тепла не было, но сок есть. Сейчас посмотрим результат с него, какой получился у нас. Маловастенько, но ничего, я думаю, этот мы в баночке законсервируем. Квас уже сделали, а это будет... Ух ты! Красотень! Не, мы процедим, он будет красивый, вообще супер. И второе ведерко. Сколько получится? Из тех мешочков тоже сейчас глянем. Мало, но красота. Десять литров. Ну, хватит и этого. Вот наш сок. Пчелка плавает. А теперь надо вот ранка на березке осталась. Ее надо обязательно взять хотя бы землей. И вот так залепить. И это будет толк. Вот, берем тщательно и залепляем землей. Ни в коем случае не оставлять. Вот. Все, спасибо нашей березке за вот эту красоту. Дождь моросит. 20 апреля 2021 год. Красота.